Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Вашему вниманию хотим представить видео, которое поможет сделать вашу жизнь еще более красивой, более уверенной и счастливой. Наше видео будет состоять из двух частей. Первая часть видео – это гимнастика, с помощью которой вы подтянете овал лица, улучшите цвет кожи, состояние кожи. Отсюда у вас улучшится настроение, и наш этот комплекс можно делать где угодно, когда угодно, даже смотря телевизор, или гуляя, или просто отдыхая. И поэтому это как безоперационная подтяжка лица. А вторая часть наша, это небольшая, она будет заключаться в том, что я покажу некоторые нюансы использования крема. Правильность его нанесения и небольшие массажные движения, с помощью которых недостатки кожи или небольшие морщинки уйдут еще быстрее. Итак, гимнастика. В среднем упражнения делаются по 4-6 раз, где упражнения делаются на задержку, делается примерно 8-10 секунд задержка. И еще раз вам напоминаю, для чего мы делаем эту гимнастику. С возрастом и с годами тонус мышц уменьшается, а земное притяжение достаточно сильное, и поэтому наши мышцы начинают сливаться к земле. Для того, чтобы этого не произошло, мы были всегда красивыми и молодыми, мы делаем гимнастику, которая занимает в среднем у нас примерно 10 минут, а то и меньше. Это совсем небольшое время для того, чтобы быть красивыми, всегда в тонусе, активными и молодыми. Итак, гимнастика. Прежде всего, садимся на край стула или делаем стоя. Проверяем свою осаночку. Плечи вверх, назад, вниз. Опускаем и слегка расслабились. Вот в таком положении лучше всего формировать красивый овал лица. Сели, проверили. Еще раз. Плечи вверх, назад, вниз. Расслабились. Плечи вверх, назад, вниз. Расслабились. И еще раз. Плечи вверх, назад, вниз. И расслабились. Кому трудно держать плечи, можно взять себя за руки и потянуться. Потому что иногда, когда мы сутулимся, наши грудные мышцы достаточно большие, они привыкают к другому положению, и для этого нужно немножко время, чтобы их растянуть и восстановить правильную осаночку. Тянемся и ощущаем, как наша осанка с каждой секунды становится все красивее. И вот теперь в этом положении, зафиксировав себя, проверив, мы начинаем делать гимнастику. Первое упражнение – рука на лоб. Прижимаем лобные мышцы, мышцы лба. Можно закрыть глаза и начинаем медленно двигать под рукой. И так делаем где-то 8-10 секунд. Расслабились. Это упражнение можно повторить где-то 4 раза. Не забываем проверять осаночку. Продолжаем. И еще раз. Следующее упражнение. Посмотрели вверх, прижали мышцы над бровями и потом закрываем, зажмуриваем глаза. Делаем где-то 10 раз. Здесь задержки достаточно, где-то по 2 секунды. Можно сделать с задержкой. Посмотрели вверх, прижали и задержали. Можно до 8-10 секунд. Отлично. Следующее. Двумя пальцами прижимаем мышцы снизу глаза. Прижали. И теперь тоже сжимаем глаза. Задержка где-то тоже 8 секунд.
повторяем где-то 4 раза, 6. Итак, мы укрепили верхнее и нижнее веко. А теперь для того, чтобы еще глаз стал красивее, прижимаем двумя пальцами верхнее веко и нижнее. И опять сжимаем глаза, все в том же режиме. Задержка где-то до 8 секунд. И повторяем от 4 до 6 раз. И расслабились. Проверили еще раз осаночку, свои ощущения и продолжаем дальше. Надуваем щеки. И по очереди перекатываем воздух с одной щеки на другую. Это убирается носогубная вот эта складочка. Это упражнение делается где-то примерно 4 раза, по 8 раз без остановочек, для того, чтобы нагрузить мышцы щек. И делаем это упражнение делается до ощущения именно работы мышц. Если вы не почувствовали вначале, как мышца работает, постепенно она сформируется, и вы будете чувствовать. А затем проверили, насколько ваше лицо напряжено. Поработали круговые вращения, вытянули губы. И сделали круговые вращения в одну сторону, а затем в другую. Можно сделать от 4 до 8 раз в одну сторону и в другую. Если вы почувствовали, что где-то у вас напряжено или тянет, то еще раз проверяем. Сделали опять рот трубочкой. И потянули в одну сторону, расслабились, а теперь в другую, и расслабились. Если этого тоже недостаточно, можно упражнение еще раз повторить. Потянули, расслабились, и в другую сторону. Отлично. Теперь мы поработаем на круглую мышцу рта, для того, чтобы губы наши были всегда красивыми и не было морщин вокруг рта. Делаем, говорим букву О. О. Расслабились, и теперь букву А. А. Все в том же режиме. Повтор где-то от 4 до 6 раз и задержка тоже в среднем по 8 секунд. И так делаем дальше. О! А! О! А! О! А. О. А. И опять расслабились. Продолжаем гимнастику именно для рта. То есть набираем в рот как будто бы воды. И затем медленно за губами прокатываем воду по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. Отлично. Делаем следующее упражнение. Уже укрепляем и мышцы шеи, и овал. У. Икс. Отлично. Все в том же режиме. Повторение от 4 до 6 раз.
И задержка в среднем 8 секунд. Продолжаем. У, Икс. У, Икс. У, Икс. У, Икс. Отлично. Проверили осаночку. Можно опять растянуть плечи, тем самым улучшается кровообращение в шее. И продолжаем дальше. Напрягаем мышцы шеи. И. Отлично. И. Расслабились. Еще раз. И. Расслабились. И еще раз. И. Здорово. Расслабились. Теперь формируем гордую осанку шеи. Ставим ее на место. Специальным упражнением. Оно и подтягивает овал лица, и ставит шею на место. Заводим нижнюю челюсть за верхнюю, тянем подбородок вверх, и одновременно губами пытаемся достать яблоко с ветки. Расслабились. Продолжаем. Все в том же режиме. 4-6 раз и задержка в среднем 8 секунд. Расслабились. И еще раз. Здорово. Очень хорошее упражнение для рта. Это написать какое-нибудь или имя, или алфавит. Я буду писать свое имя. Вытягиваем рот трубочкой. И пишем имя. Отлично. И теперь делаем еще одно смешное упражнение, которое поможет вам подтянуть в целом все мышцы лица. Вытягиваем рот трубочкой, затем опускаем его вниз, потом высовываем сильно язык, да, все правильно, и смотрим вверх. Возвращаемся. Это упражнение можно делать тоже от 4 до 6 раз и с задержкой 8-10 секунд. Продолжаем. Хорошее упражнение, очень веселое. Итак, мы с вами сделали практически весь комплекс. Еще раз проверяем осаночку. И теперь укрепляем мышцы шеи. Напоминаю, все опять в том же режиме. От 4 до 6 раз с задержкой по 8 секунд. Здесь даже достаточно взять, наверное, по 4 раза. Подбородком давим на руки.
не руками на подбородок, а именно подбородком на руки, напрягая мышцы шеи спереди. Так, еще раз. И еще раз. Отлично. Теперь задние мышцы шеи. Затылком давим на руки. Осанку не забываем. Отлично. А теперь боковые мышцы шеи. Положили ручку и головой давим на руку. Хорошо, поменяли руки. Отлично. И проверили результат. Плечи вверх, назад, вниз. Растянули, потянули шею вверх. И прочувствуйте свое лицо. Спасибо. И вот после того, как вы сделали гимнастику, кровообращение улучшилось, тонус мышц повысился, вы переходите к процедурам очищения. Умылись, сделали масочку, обработали кожу тоником и затем приступаем к нанесению крема. Я использую крем Нетри. Для того, чтобы правильно нанести крем, можно его положить на кожу в небольшом количестве, да? Можно его разогреть в руках, для того, чтобы руки ваши были теплые, а потом аккуратно намазать на кожу. При этом мы не забываем, что мы мажем не только лицо, но обязательно область шеи, декольте и за ушами, потому что это очень нежные зоны, которые также нуждаются в хорошем уходе. И вот мы нанесли крем на лицо. И затем прорабатываем те места, которые нас волнуют. Ну, например, носогубную складку. Мы фиксируем ее и прорабатываем давящими движениями носогубную складку. Для того, чтобы крем проник еще более глубоко. И заодно идет такой легкий массаж. Прорабатываем также вторую носогубную складочку. Можно другой рукой. Как удобно. Если у кого-то есть морщинки между бровями, мы точно так же надавливаем для лучшего проникновения крема и расслабления этой области. Для того, чтобы морщины на лбу уменьшились или полностью исчезли, также фиксируем и начинаем продавливать морщинку. Ну, делаем это минимум 3 раза, можно 3-8 раз.
в зависимости от того, сколько у вас есть времени. Вот. Мы аккуратно проработали, опять погладили личико. Вот. И приступаем к нижней нашей части. Для того, чтобы сохранить овал лица и в помощь гимнастике, мы еще также прорабатываем вот такими движениями рук. Взяли и давящими движениями мы прорабатываем наши так называемые брыльца. Вот. Можно постучать. Можно более интенсивно, то есть как вы хотите. И затем даже иногда попилить эти места, чтобы улучшить еще более кровообращение и достигнуть более быстрого эффекта. И опять обязательно поглаживаем по массажным линиям. И фиксируем. И потом проверили, все, весь ли крем впитался. Для этого мы такими вот движениями легкими вколачиваем крем. Еще есть один нюанс нанесения крема на веки. Это очень важно. На верхнее веко крем никогда не наносится. Небольшое количество крема выдавливается выдавливается на первые три пальца, растирается, согревается и аккуратно, начиная от внешнего края глаза, аккуратно наносится и по выступающим частям под бровями. Мы аккуратно фиксирующими движениями наносим крем. Затем можно аккуратненько, тихонько растереть. И также поколотить. И завершаем. Все, спасибо. Особенности выбора косметики всегда за вами. Поэтому мы предлагаем вам, например, почитать вот эту книжку «Красивая кожа, здоровая кожа». Или же расспросить у того человека, который дал вам это видео, и он вам расскажет все подробности о косметике. Спасибо.